Не только вырастить, но и сохранить урожай – такая задача стоит перед сельчанами осенью. В Козловском районе в крестьянско-фермерском хозяйстве Василия Семенова построили новое картофель-хранилище. Хозяйство Василия Семенова известно далеко за пределами района и республики. Овощи от фермера популярны среди оптовиков и обычных покупателей. Сейчас фермер выращивает зерновые, капусту, арбузы, картошку и клубнику. Урожай картофеля неплохой – 270 центнеров с гектара. В сентябре ведут в эксплуатацию картофелехранилище. В этом году мы полностью перестроили производство картофеля, технологию. Мы купили новую сажалку, новые опрыскиватели, новые разбрасыватели. Посадили один раз и уже ее не окучивали. Просто обрабатывали по технологическим колосам. Площадь картофеля довели до 100 гектаров. Построили вот хранилище. Но хотелось бы больше, конечно. Мы рассчитываем на 40 тонн гектара. Возможно, выйдет меньше. Но не все так получается хорошо, как хотелось бы. Но вообще картошку родилась в этом году? Слава Богу, в этом году дожди были вовремя. И во время цветения, и в период набора урожая. Поэтому урожай картофеля ожидается хороший. Это картофелехранилище обошлось хозяйству в 14 миллионов рублей. Строительство велось все лето. Ангар рассчитан на 2000 тонны овощей. Семенов планирует, что картофель здесь будет храниться до начала весны, когда будет ощущаться дефицит свежей продукции. Касаясь вообще перспектив, Василий Николаевич Семенов, он же недавно начал вести свое фермерское хозяйство. И так ежегодно разворачивается, вот сейчас показал нам хранилище, засолка, он напрямую не продает, очень правильно делает. Там я посмотрел цифры, там 900 тонн капусты, огурцов почти, это самое, десятки тонн, все засаливается, есть место для хранения, картофель, соответственно, в пределах 2500 тонн будет хранить. Вот это как раз является ключевым фактором получения прибыли. В убыток себя сегодня со стороны органов власти никто не заставляет в убыток себя работать. Общаясь с ветеранами агропромышленного комплекса Козловского района, Михаил Игнатьев рассказал о федеральной и республиканской поддержке, которую сейчас оказывают сельхозтоваропроизводителям Чувашии, об инвестиционных агропроектах в Чувашии и в том числе в Козловском районе. Есть инициатива по развитию животноводства. В 2015 году на поддержку аграриев в районе получат 34,5 миллиона рублей. Касаясь экономики, Козловский район на сегодняшний день развивается неплохо. С каждым годом все лучше и лучше. Мы поставили задачу, кроме растениеводства, чтобы они занимались животноводством. Это очень важно. Будут дополнительно рабочие места. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика.